Начинаем с того же места. Всем привет-привет. Опять продолжаем гонять зомби, сдаем основное задание. О, назад. Что это за мужик курящий? Назад поехали. О, тяжелый летальный пистолет. О-о-о, вот его надо однозначно это улучшить. Так, пошел я улучшать. А вы что, взяли дальше, да? Ну, я вообще-то говорю, что да, я не брала дальше. Я просто хочу улучшить пистолет сбегать. Ну, подожди, если вместе сбегаем, мы что-то говорим. Мне так вовремя появляются всякие надписи, так что я диалог все равно не могу дослушать и досмотреть, поэтому я пока подумаю, куда очередное очко умения засунуть. Так. Даже уже не знаю, куда. Вероятность найти оружие в хорошем состоянии, может быть. Хотя у нас так вроде неплохое. Вероятно, найти модернизированное оружие. Может быть, вот это, да? Я же открываю сундуки. Может быть, там будет что-то такое уже сразу модернизированное. Давайте попробуем. В общем, я пистолет модернизировал. А где здесь? Так, убедить кого-то поджечь чего-то. Надо же Жаклин потренировать. Но я сейчас пока пистолет отделю. А я сейчас продам вот этот пистолет, который есть, и тот тоже модернизирую, и можно будет идти пистолет. Да жалко его, кстати, продавать как-то. Продать. А как называлось оно? Не помню, напомните, пожалуйста. Лучше сейчас сама найду. Как? Шоковое ружье, наверное. Во всяком случае, мне нужен металлолом, я не могу модернизировать. Металлолом? Да. А у меня тоже, кстати, шоковое ружье, я не могу модернизировать, тоже металлолом нужен. Забавно. А я знаю, куда я потратил металлолом. Я его, видимо, это патроны делал, потому что на него тоже металлолом нужен. Металлолома мы сейчас, конечно, фиг найдем, тем более двоим сразу нужно, да? Ну чего? Ну пойдем, может, по дороге найдем, сейчас продадим. Да по дороге мы однозначно найдем. Ну пошли, а куда? Взяли, а где задание надо взять? У кого? Вот я начал говорить. А, где? С Жаклин нужно поговорить, да. Чтобы она отдала нам свои пленки. Отличу нам эти фильмы, я не пойму. Поджечь, чтобы привлечь вертолет. Он сагрится, мы его подобьем. Так. Ясно. О, сейчас на крышу. Сейчас чувствую, мы из вертолетика... из пулемета, да. Да. Ой, да. Что-то схватил. Ну. Это вот эти пленки? Да. Так, где наверх-то? Куда? Я тоже схватил, тоже несу. Ирунчик. Может, там, может и Ири тоже надо? Надо. Я не знаю, но я, во всяком случае, еще одну нашел. Коробку тоже понес. Да. Так, ладно, сейчас я еще пошла искать коробки. Ну, может быть, их всего две, я не знаю просто. Но главное, что она... А, Ира, здесь какая-то мусорка, и в ней что-то есть. Может, здесь металлолом? Вот сюда поднимись, посмотри. Может, ты здесь найдешь? Ладно, короче. Ну, я сейчас попробую поскать. Ну, у меня где-то красная лапка, и что тут взять-то, я не понимаю. Ну, вот коробка там, если красная лапка. Все. Поджигай. Поджигаю. В дождь. Вот все, круг появился, типа идите все сюда. Бегу.
ты уже за пулеметом, что ли, стоял там? Да, да, да. Хитрец какой. А тут, по-моему, еще же где-то должен быть, нет? Все, начинается? Ой, что это? А, я на костре прям стоял. Да, в дождь это, конечно, здорово. А здесь баллоны эти взрываются аккуратнее. Только своих, пожалуйста, не взрывайте. Большие? Да, вот эти красные. А, красные, ну, красные, ерунда. Подойди поближе, хочешь, я тебе покажу как? Не, я видела. Так, тут на будущее, если что, еда. Я пока никого не вижу. Вон летит. Где? Куда смотреть? Куда смотреть-то я не вижу. А, вот. Пойди, пошлите там к сцене. А, им не сесть, потому что эти зомби летят на них или. А во-во-во-во, вот сюда, по-моему. А здесь можно. Знаете, да, включать электричество, если что, чтобы зомби это. Да, тут не надо. Зомби не могли пройти. Только сейчас не надо. Да, сейчас не очень. Ну пошли, что? И везде баллоны эти валяются. Куда идти-то? Ну, к концертной площадке нужно идти. Насколько я поняла, включить там динамики, отвлечь этих самых зомби, чтобы вертолет мог сесть. Да. Вертолет какой-то нежный. Не может сесть, он, понимаешь ли. Ну, веди, кто у нас, Лёха, здесь. Давай, давай. Можно прыгнуть? Не разобьёмся? Нет, нельзя. Пойдёмте нормально спустимся. Пойдём, пойдём. Так, а нет, зачем нормально? Может, нормально? А, нет, тоже. Блин, как мы сюда попали, а? Ну... Вон, всё, я... нет, не вижу. Ира уже спрыгнула, короче, я за ней. Нет, да. Я не спрыгнула ещё. Тут, кстати, под лестницей закрытый ящичек. Угу. Синий тяжелый ключ, Леха, это твое. Давай. Давай. Не берется. Что-то... Да, значит, у тебя, наверное, полностью это. Вот так. Я взял, вот, вот он. У меня в руках, хочешь, я тебе его передам? Вот он, смотри, у него. Не. Тут есть лестница, я сползаю вниз. Мне кажется, где? Неправильно, надо было вот чистки. А как она туда попала? Не знаю, фиг его знает. Вы же носитесь как угорелые. Ну вот прямо от того места, где вы поджигали пленку, есть лестница. Вниз. По-моему, легче было уже через кинотеатр выйти, мы уже дольше тут бегаем. О, кругами. Поднимите меня, по. Да, ёлки-палки, бегу сейчас, если успею. Я по лестнице ползу вверх. Нет. Держи. Ты, где ты? Да все. Так, ну что, попробуем пистолет. Тут еще один закрытый ящичек. Ой, народ, похоже... Дождай-ка я... Ой. Это там такая толпа была? Да. Там он слева в закуточке, в ящик закрыт. Да открыл я там, зеленая коса. Да? Блин, ну чё, ничего не хорошего. А что тут такое? Неважно. Тут все закрыто, нет выхода? У меня закрыто. Так, нам надо попасть как-то туда. Присоединяйся ко мне, здесь дискотека. Всех убили. Да нет, вон там бегают еще. Автомат, конечно, останавливающий, силу хорошая. Че это такое это было? Это была звуковая мина. Это я попробовал. Действие. Ай, сзади. Ничего себе, она с ножом была, она меня чуть не прирезала. Она и... Про Иру? Нет. Вот это зомби.
Я просто услышал голос сзади, повернулся, а там это с ножом стоит. Добрая тетя. О, ку-ку. Какие горячие парни. Ты что, со снайперкой в упорах застреливаешь? Не. Дробовиком. Чё ты бедненький с этим самым? Я не знаю. Кирпичом? Просто подхватил, хотел кому-нибудь это попробовать в кого-нибудь. Во. Нашёл вот даже кого. Вот этот пистолет перезаряжается гораздо быстрее. А вот этот белый флаг, что это значит? А значит, сдаются. Белый флаг, значит, квест простепенный, я думаю. Это который сдать, значит, а, что-то нашел. Мы, слушайте, я нам нашла нужно... площадку, ура. Я понял. Помните, нам нужно... Мы же что-то там нашли, и нам нужно сдать. Кого? Нет, не помним. Ну, мы квест же делали второстепенно в военной базе. Ну, неважно. И что, здесь думаешь сдавать? Да нет, мы сейчас проходили мимо, надо будет зайти. Чуваку. Я до сих пор не могу найти это... Как? Ты нашла металлолом, Тейр? Я тоже что-то до сих пор. До этого дофига его было. Включи компьютер. Подожди. А, давай. Найди диск. Какой? Диск музыкальный. Сзади, наверное. Вот здесь. Наверное. Может быть и нет, конечно. Нет. Нет? Музыкальный диск с MB вот я нашел. Это, кстати, твой. Круто. Сейчас запускаем, и сейчас чувствуется будет... Дискотека. Да, будет дискотека, авария. Я, в общем, занимаю позицию за колонкой. Включаю. Включил, вроде бы. И вот здесь у нас контрольная точка. О. Сейчас мы узнаем, как Лёха поет. Йоу. Я мины развожу, вон бегут. Надо было мины, кстати, разложить. Да я буду отбиваться от покупки. А, надо это отбивать, наверное, колонки. Вон они, смотрите, колонки там атакуют. Вот танцует. Мы видим вертолет, он летит к нам. Колонки главное, я так чувствую. Вернись на крышу кинотеатра. Пошлите, зайдем. А все, да? Да, пошлите задание, сдадим. Вы уже сделали. Пойдем. Подождите, задание. Воспоминания, вернитесь, домен отслеживать. За мной. Дети? Ага, вот. Да, Ира там, я жду. Модная тусовка. Нам твоя музыка нравится. За мной. Армейский нож. За мной. Тут туман какой-то. Нормально все. Вертолет самое оно. Не вертомет. Вертомет все самое оно. Они как раз туман любят летать. Что-то мы, по-моему, не туда пошли. Нормально. Всё. Кто-то тут орёт, по-моему. Нормально. Перепрыгиваем тут. Ой! Слушайте, тут проблема. Все, уже нет проблемы. Да, спасибо. О, вот точки, тетя. Вообще перезаряжается, супер. Сетап так. Да полежи, да охрени, что ты торопишься? Жизнь такая короткая. Что-то... О, так. Вот оружие, у меня теперь 9 уровня огнестрельное. Да, 9 уже? Да, ничего уже 9. Ну, я... Ты крут. Крут, сколько патронов потратил? У меня 2-го или 3-го, я уж не помню. Сейчас даже в умениях посмотреть. Посмотреть умения. Так. Я забыл, где смотреть.
где-то я смотрел. Что-то я свалился. А, я думал, я свалился, нет. О, чертеж дает. Да ты что? Да. Лех. Найден чертеж, электротерапия. Ну чё, нету ничего тут полезного. Ну как, к чему это? Так, создать. У нас так и будет эта музыка сопровождать. Топор, конечно, все. Создать. Мы можем уходить? Да. Я сейчас. О, электротерапия. Топор с электротерапией. Ну что он делает? Сейчас узнаю. Пока там создает, я здесь патрончики соберу пока. Где? Немножечко. Этот... Не, там, там две коробочки всего лежало. Так, ну что, пошлите. Все пошлите к кинотеатру. Что-то вообще перестал это металлолом встречаться. Как нам сырый стал нужен металлолом, так его сразу нет. Так. Но. Что-то. Что-то в тумане как-то тяжело ориентироваться. Да. 52 метра главное остался. Я не. А, вот, все. Да прямо, прямо. Увидел лестницу. Ой, зачем баллон? Че, все залазим внутрь? Угу. А, наверное, на самый верх, да, где вертолет должен был сесть. Да. Ну, музыка стрёмная сразу же. О, здесь да? Уже никого нет. Сейчас чувствую, мы поднимемся. Может, ты, может, ты подождешь нас? Там да, все, на всякий и там все мертвы. Нет, маловероятно. Чего? Что не все мертвы, конечно, но вряд ли. Так, подождите, я уже забыл, куда бежать-то. А мы, кстати, убежище так не нашли. Так. Так это основное задание или нет? Чё-то не пойму. Второстепенно, ну не важно, всё. Так. Мне, в принципе, ничего у них не надо. Мне тоже. Идёшь? А, я сейчас ключ, подождите, дайте продам. Сейчас один ключ и все, продать. Который вот этот нашел. О, кстати, кто консерву брал, сдавайте негритянки. У меня один был, я продал. О, баночку. Фотографии. А какие фотографии? Почему я тоже хочу сдать? Ну, наверное, те, которые собирали. Которые. Не, а почему они мне не сдаются? Значит, не все собрали, наверное. Ир, ты что сдала? Ну, я сдала фотографии еще. А кому, как ты сдаешь, что они берут? Ну, не знаю, у меня ну, горело сдать такая рука. Я два раза нажал, две фотографии, видимо, у меня было. Сейчас, секундочку. Ир, куда ты мне все пихаешь-то? Я хочу патроны. Патроны хочу. А внизу там нигде не было. Так, в общем, мне ничего не получилось. Ну что, запускаю? Давай. Надо внутрь зайти, что-то. Да. Запускаем. Все и запустимся сразу. Сейчас, я чувствую, всех покрошат. Только давайте ролик не пропускайте, да. А то... О, сейчас. Сейчас он как гранату просто сверху. Вот, чуваки. С пулеметами. I have ranked you, officer, and
Cut the crap. You take these people right now or you get none of us. I told you this would happen. I'm getting on. О, о, откуда? Откуда у меня вот это? Вот это откуда у меня? Дайте мне разок пальнуть. Какой последний Наконец-то. Так вот все серьезно, пацаны. Так, я так понял, что я стреляю. Да, ну, ты убил нашу надежду. А это сейчас будет бах. Закрылись двери и началось. Да, вот там еще один баллон. Все побежали как курицы, а нам отстреливаются. Ой-ой-ой. Тут патроны, смотри, сколько тут всего. Здесь можно это ставить, кстати, сетки, где патроны? О, вот где О, РПГ! РПГ я взял! Ой, меня сейчас съедят. Я с этим РПГ сейчас и подохну, я так чувствую. Куда им пальнуть-то? На! Слушай, там прикольно. Где? Где? А, вот, все, вижу. Бегу. Сейчас. Помогу. Вон, еще один, видишь, даже значком показывает. Да что такое-то? Кто-то мне помог. Это я. Все, да. Что ли? А, нет, сила Орды, вон, смотри, еще, надо еще держаться. Надо сетку, кстати, может мины, поставить, мины не знаю где. Мины, люблю. Да откуда мне? Я мины вообще не ставил никогда в жизни. Хоть туман бы включили, было бы нормально. Ну да. Тут не кстати, я сетку поставил. Здесь кстати, можно еще как-то электричество уже подключить к ней. Так, я забыл, где тут включается же оно. А вот здесь коктейли Молотова. А где вы видели РПГ? Что-то на этими. Оно прям лежало посередине, вот рядом с костром. О, бегут. Вот здесь валялось, прямо посередине. О, патроны. Блин, да ты чё не включила-то? Электричество, тетя, на. Так, да что такое-то? А, меня сейчас сожрут. Пока я там долго так думал. Куда ты нафиг? Так, прикройте я. Ой, блин, меня тут. Это и меня тоже так же. Да что такое-то? Отойди оттуда. Да я ушел, я уже, меня там нет. Там только наша тетка аккуратней. Они вон сзади бегут еще. Это она бессмертная, не волнуйся. Да? Да. Будем надеяться. Так, сетку. Прикрой, я сетку поставлю. Сейчас. Мне зомби мешает. Можешь? Сейчас. Сейчас. Да блин, да я взял эту снайперку, у меня патрон просто кончился. Да ёпарса, да. Как же она долго. Да, блин, задолбали. Короче. О, я думал это. Да блин, ну. Заботали уже. Не дают сетку поставить? Да. Все, я его разрубил. Сейчас, подожди, заберу это. Свой томагавк фиолетовый. Ну что, не ставится? Конец. Так, еще одну ставлю. Так, там сейчас, опять сейчас бегут скоро. Слева. От нас. Вон бегут. Вот там кого-то жрут, кстати.
Да вон уже жут. А, все, бегу туда. О, тут чувак остался на той стороне. Да ты чё? Да, да, сейчас помогу. Как он умудрил? Я когда ставил сетку, он здесь был, с этой стороны. Это как он? Ну не знаю. Ты идиот. Сейчас сниму эту сетку тогда, пусть он заходит. Я снял сетку, заходите. Сейчас. Я в лаг попал. Захожу. Ты вообще с другой стороны сетки сейчас тоже ходил. Вот потому что я в лаг. А зашел? Да, давай, стой. А, она такая же и поставилась, кстати. Так, я минус ставлю. Скрих. Пусть тут повеселятся пацаны. А у меня тоже, кстати, мины есть. Тоже сейчас поставлю. Пусть побольше так, повеселятся. Около крыши тоже ставлю. А я сейчас вот здесь, где в прошлый раз отбивались, ой, поставлю моё, несколько. Я, короче, все минами обложил. Стоим в центре, короче, да. Обороняемся. Причаще. Причаще, да. Я вижу здесь не только кричащих, я вижу здесь уже этих больших, которые. Собираю последнее, то что здесь есть. Ира, что ты приседью ходишь? Ох, конечно. Я там я поставил много-много мин, аккуратней. Фу-ху, там главное наши-то не взорвутся, нет? Да, нет. А Ир, сзади, Ира! Ир, сзади! Остановил. Вон бегут еще. Вот там жрут где-то китаянку. А, я вот вижу... У нас там наверху это сжирают. Ой, блин. Только... Опять, ну ё-моё. Поможете, брат. Еще 10 тысяч. Ир, аккуратно, там их много. Там жрут где-то сзади нашего. Патроны кончаются. Ир, аккуратно, я здесь мину поставлю на входе. Тут что-то их много здесь. Или вы как? Или вы и так справляетесь? Да это просто как бы, ну, стараемся. Этот мин положил. Ненавидеть. Да я вот со... Я сейчас там поставлю, Ир, где только что отстреливался, там мину поставлю аккуратно. Еще, наверное, одну. Еще одну. Лех, я там впереди мины стоят, аккуратно. Вот там, где дырка. Где да, дырка, там три мины стоит. Поставить еще. А, сетку, давай сейчас поставлю. Ой, они уже идут, поздно. Отходи, уже поздно. Отходи, подорваться. Вот, пошел. Они с крыши полезли. А у меня тоже тут бегут. Ух, я со снайперки, с дровяка вот с одного выстрела вот убил. В районе 30 тысяч, если попасть прям. Да, 20-24 что ли, сейчас вылетело. О, фиолетовый черепка пошли. У нас тут этот, я здесь пока отбиваюсь, тут нашего жрут. Да. Тихо, там наши жрут, нашего вернее. Ой, это
нашего, я уж испугался. Все, у меня, по-моему, ничего вообще патронов нет. Последние. Блин, кастет какой-то взял, дурацкий. Бежать в другую сторону. О, вот тут урин тусовка. Сейчас кину туда это. Отойди. Ай. Ай. Тихо, меня сидят сейчас. Нет. Фу. Я еле выжил. А, да отстань ты от меня, что ты меня жрёшь-то? Да, я от них убегаю, наконец сумасшедшие. Патронов, ну ладно. У меня метательная же еще есть, что-то я вообще про нее забыл. А, все? Да. Все, выстояли. Все вроде живы. Цел. Так, мины. Время собирать камни. И время, кстати, у нас тоже закончилось. Так что можно это... Сейчас после ролика остановимся. А, ролика и нет, да, никакого. Ну, давайте тогда, наверное, закончим на этом и продолжим уже в следующей части. Спасибо всем, кто нас смотрел. С вами была Ирина, Алексей и Анми. И всем до новых серий. Всем пока-пока.